Аптека, продуктовый магазин с низкими ценами, даже частный детский сад – все в одном здании. В Абакане уже через несколько недель станет на один торговый комплекс больше. Мария Дудник узнала, жителям какого микрорайона так повезет. Двухэтажное здание уже почти готово. Его возвели прямо в стыке панельных пятиэтажек. Сейчас строители доделывают железобетонный каркас. Осталось возвести стены, выполнить внутреннюю отделку и застеклить витражи. Этот участок застройщик купил на аукционе и выбрал его не случайно. По мнению заказчика, будущий мини-центр будет очень востребован у жителей 7-го микрорайона. В этом здании будет располагаться продуктовый магазин социальной направленности, в котором цены будут значительно ниже, чем в ближайших супермаркетах города. И детское учреждение, в котором жители ближайших домов смогут оставить детей на воспитание профессиональным педагогам. Кроме того, в новом мини-центре появится и аптека. Если с продуктами в микрорайоне проблем нет, то вот медикаменты в радиусе километра не найти. По словам подрядчика, здание будет отвечать всем санитарным и противопожарным требованиям. Проектом предусмотрен пандус, чтобы в нем могли совершать покупки и люди с ограниченными возможностями. Закончить строительство и открыть магазин предприниматель планирует уже в конце ноября.